прошлом году мы приняли решение о том, что 2023 год объявлен годом молодежи, и считаю необходимым уделить особое внимание молодежи из числа коренных малочисленных народов. У нас активная, талантливая молодежь, которой мы гордимся, и считаю важным подчеркивать и примеры, и образцы успехов наших ребят из числа КМНС. Ну и, конечно, создавать условия, чтобы все могли следовать их примеру и показывать успехи. Например, в культуре такие примеры нам показывает Галина Кравченко и ее коллектив. В сфере некоммерческих организаций много примеров активных людей, которые занимаются. В сфере спорта у нас есть выдающаяся наша спортсменка Вероника Степанова из числа коренных малочисленных народов, олимпийская чемпионка. И все эти примеры показывают, что можно и должно быть успешными. Для этого все возможности есть. Считаю важным нам и в рамках работы совета подчеркивать это направление.